Ежегодная акция «Соберем ребенка в школу» стартовала в городском округе Щелково. Инициатором выступила комиссия по делам несовершеннолетних Московской области. Ее участники – дети из многодетных и неполных семей. Первым 12 ребятам наборы для первоклассника вручил заместитель главы администрации Дмитрий Толмачев. В какой класс идешь? Первый класс. Хочешь школу? На какие оценки учиться будешь? На пятерке? Пятерок тебе желаем. Удачи. По поручению главы городского округа Щелково, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Алексеевича Булгакова, сегодня мы с членами комиссии по делам несовершеннолетних городского округа Щелково вручаем подарки для детей, которые состоят у нас на социальном патронаже в центре «Семья». В наборе первоклассника все самое необходимое для начальной школы – тетради, ручки, краски, альбом, пластилин и доска для лепки. Хотим все вместе поздравить вас с наступающим учебным годом, пожелать вашим детям удачи, успехов. В семье Репинских из поселка Монино 1 сентября пойдут в школу четверо детей. В первый раз в первом классе сядет за парту младший сын Илья. У меня детей много, как 9 у меня. Поэтому это огромная прям помощь для нас, для нашей семьи. Он у нас спортсмен, поэтому на спорт в основном надежда у нас. У Алены Трофан 6 детей. У 2 начнутся занятия в общеобразовательной школе. Младшая дочь Вика идет в 1 класс. Мы не готовились к школе, потому что мы спортсменки, мы только приехали со сборов. Поэтому только вот у нас неделя как раз на подготовку к школе. Спасибо большое нашему городу, спасибо главе города за меры поддержки семей таких. Скажи, а у тебя есть настрой учиться пойти? Да, читать научиться. Акция «Соберем ребенка в школу» началась. До 1 сентября наборы первоклассника получат и другие воспитанники центра «Семья». Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.